Здравствуйте, в эфире рубрика «Онлайн», в студии Руслан Иванов. О самых значимых событиях в мире интернета узнаете прямо сейчас. Facebook выпустила новую версию приложения Instagram, в которой появилась возможность снимать 15-секундные видео, накладывать на них фильтры и выбирать ключевой кадр. Обновление уже доступно на iOS и Android. Анонимные сообщения о новшестве, как обычно, просочились в СМИ заранее. По всей видимости, Instagram не давали покоя лавры Vine, и сервис решил догнать и перегнать его. Если у Vine можно выкладывать только 6-секундные видео, то Instagram предоставляет целых 15 секунд. Это удобно, но есть и обратная сторона. Весит такое видео достаточно много. Кнопка для записи видео расположена в приложении справа от основной клавиши камеры. Как и у Vine, для того, чтобы снять ролик, придется постоянно удерживать клавишу нажатой. Если вы случайно сняли не то, что хотели, можно нажать на крестик, который удалит последнюю секунду ролика. Это удобно. На получившееся видео можно накладывать один из 13 фильтров. Они отличаются от фотофильтров, все новые. Последние 2.5 года Instagram был прекрасным сообществом, где вы могли сфотографироваться и поделиться прекрасными моментами просто и красиво. В понедельник во Франции открылся юбилейный 50-й авиасалон «Ле Бурже», где Россию убедительно представили несколько летательных аппаратов, среди которых новейший истребитель поколения. Российский истребитель Су-35 взмывает в небо над «Ле Бурже». Это главная сенсация и премьера юбилейного авиасалона. Лучший в своем классе за штурвалом летчик-испытатель, герой России Сергей Богдан. 25 тонн его рука рвет вверх. Самолет делает бочку, кульбиты, кобру Пугачева. Потом замирает и в тишине начинает плавно скользить вниз. Зарубежные инженеры шутят. Су-35 упразднил понятие «радиус разворота». Он делает его на месте, в горизонтальной плоскости – без потери скорости. Единственный в мире. Самый ожидаемый новый гражданский лайнер А350 появился над «Ле Бурже» всего на 15 секунд. Традиционное противостояние «Боинг» и «Аэробус» закончилось коммерческой победой европейцев. У них на 9 миллиардов больше заказов. На рынок Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока пытается вклиниться российский сухой «Суперджет 100». А пока первый самолет отправили в Мексику. КАД-52 «Аллигатор». Революционная модель. По аэродинамике и начинке это мини-самолет. Радар позволяет определять цель на расстоянии 10 километров. Система ПВО ближнего действия достает только на 6. То есть самолет расстреливает противника, находясь вне ее зоны досягаемости. Скрывающийся от американских служителей Фемиды, бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден в данный момент находится в Москве. На территорию Российской Федерации нога его пока не ступала, так как для этого требуется виза. По словам источника агентства «Интерфакс», в «Аэрофлоте», услугами которого воспользовался беглый кибершпион, в Москву он летит рейсом Су-213, а в понедельник, 24 июня, рейсом Су-150 должен вылететь на Остров Свободы. Затем он отправится на Гаваны, местным рейсом в Каракас. Экс-сотрудник ЦРУ летит не один, а с некой Сарой Харрисон. Сотрудники полиции аэропорта Шереметьево не планируют задерживать бывшего агента ЦРУ. Никаких распоряжений относительно данного гражданина к нам не поступало. Сотрудники Wikileaks заявили в Twitter, что помогли Эдварду Сноудену получить политическое убежище в демократической стране. 30-летний экс-сотрудник ЦРУ обнародовал данные о слежке в сети и прослушке телефонов, осуществляемых со стороны американской разведки. В частности, Эдвард Сноуден придал огласке секретную программу, в рамках которой производится шпионаж за аккаунтами пользователей крупнейших интернет-сервисов. Власти Соединенных Штатов, в свою очередь, подчеркнули, за американцами никто не следит. Вашингтон добивается выдачи беглеца, обвиняемого в шпионаже и краже госсобственности. Эдвард Сноуден работал на Гавайях в одной из крупнейших в США консалтинговых компаний. Фирма является подрядчиком ЦРУ. Власти Гонконга подтвердили, что Эдвард Сноуден на законных основаниях вылетел в другую страну. А теперь самое интересное и чаще всего просматриваемое видео из интернета. There, buddy.
Ну вот и все, о чем мы успели вам рассказать на этой неделе. С вами был Руслан Иванов, рубрика «Онлайн». Увидимся уже на следующей неделе. В мире еще так много интересного. До свидания.